Ой, чудо! Вы що? Пиво, тут, короче, гитара. И снова блюз. Раздеваться. Саша, нет. Саша, туда не надо. Зачем? Это не пойдет. Хороводы водить, спасибо. Делай всякую хуйню. Класс. Позвольте мне сделать, пожалуйста. Я хочу бояться. Вот я хочу бояться за кого-то. Кто за то? Мне стыдно за кого-то. Ты чей потом хочет увидеть задницу? Погоди на задницу. Это моя боль. Вот там будет. Больше они запиздят все просто. Они, по-моему, просто просто. What you do? I don't know. I taking off the white shit. У меня много раз была такая штука, что я бы хотел так сделать. Shit? White shit. Блин, не поверите. I like it shit. I'm a Robert White shit. Speaking shit. Speaking shit. You also Scandinavian shit. Женя, рассказывай. Хорошо, я расскажу. Она просто нет, я прошу, да. Но я прошу ближе. Тебя, я потом расскажу. Смотря на сколько. Тут я. Ну расскажи. Хотя ты именно настолько не ближе, нет. Ты же уже рассказывала, просто завтыкала. Ребята, свой выход не завтыкайте, пожалуйста. Ты что, долго? Мы ж постоянно. Они последние. Последняя красный глаз. Че там было? Я потом послушаю. Блин, ну так интересно, капец. Тут тема. Ну, еще такое особенное. Ну, вот такое. Это еще одна румба. Хотите, я вам расскажу? А вот он кошами нас не разыгрывает, кстати, что раз. Я как-то раз... Саша, пошевели печень. Да. Мне как-то раз приснилось, что Аля ушла к моему другу Шаяру. В Крыму это было, в Коктебеле, на джаз Коктебеле. Мне кажется, это тебе не приснилось. Я так испугался, что аж обоссался. Да ладно, серьезно? Да, мне такой страшный сон снился, пиздец. Это ты репетируешь перед сценой? Нет, я серьезно рассказываю. Блядь, я просыпаюсь, блядь, Аля такая, что там? Вы слышите, что я не пою? Поэтому вино закаивает. Она тебя шантажирует, и поэтому это выполнение. Это был страшный. Страшный сон, она уходила к нему, блядь! Ты песню слышишь? Нет, не блядь! Блядь! Это песня Princess of Highway. Джазовая версия, какая она должна быть? Не такая. Пасанова версия, какая? Для меня разница, я же музыкант. Beautiful people. Я вообще на самом деле не знаю. In the world. Обоссался. Головой. Обоссался. Она как-то так доверила. У меня есть еще радостная история. Она хорошо такая. Я пробоссался, только был один раз. Станция переставлена в 7, наверное. Ну так поздно. Мне не стыдно. Мне было стыдно в 7 лет. Сейчас уже похуй. 7,5. Может, поэтому люди друзья становятся? А я... Они покрывают друг друга, да? Хорошо, расскажи мне еще одну историю. Сейчас я вспомню. Давай еще. Так, все, 7. Мне кажется, что мы на свадьбе. Тихо, на пасашок. Я струшу сюда пепел. Это очень крутой свадьба. С водкой пополам. Я забыл историю про Женю, кстати, вот тут. Тут? Евгению? Я сейчас перед концертом тебе расскажу. Сцене только что. Подожди, это там, короче... Мне готовочек. Это опять правый ботинок? Ботинок? Нет. Нет, краешек брюк, я не помню. Про то, что Женя боялся, что его мама узнает, что он матерится, правильно? Ну, история совсем... А, шикарная история, да. Именно про мат история. Это история записана на видео. Ладно, не стрелять. Ты решил ее рассказать? А, нет. Зачем ее рассказать дважды? Она не будет записана на видео. И так она уже записана. Узнанародная, да? Шузан, это же такой уж.
А зачем ждать закрытия? А что он будет? Сейчас мы можем уже его закрыть. Не, не надо, 24-го это будет постановка. Мы что, выбираем скоро? Один раз мы уже пробили. Только 4 раза, это будет пятый концерт, юбилей. Пятый юбилейный концерт. Группа Highway. Концерт от Шузе. Я бы вообще пробил потолок, что я не, пятый. Я бы на стуле. Чего, у нас было 2 сольни. А, и ты считаешь еще Машу Навродскую? Да. Маша Навродская. Сольник. А потом сольник, супер пьяный, потом один супер накуренный. Это время взял от охранника, и меня сбили. А, уже пять? Нет, еще один был охранником. Еще один был? Сбили меня на машине и били на немножко, пока не подъехала милиция. Ну не сильно, но бля, я помню, что я лежала и убил такого. Это как был же накуренный. Так, нам придется ее убить и говорить, что сильно. Там Дентоха играл, там Дентоха в очках играл. Еще один был после этого сольник у нас. Юшка. Юшка. Не, был пьяный концерт. Нет, нет, потом накуренный. Они так накуренные. Они так бежали, потому что они уже не могли сидеть. Трезвый был один концерт. А, то есть ты слепый. Я бежала, он бежал, они бежали, а я... Из них сольников было... Алексей, можно три или четыре? Сигарету. Три. Леша. А нет. Ладно. Четыре сольника. Ну это будет пятый... Не, ну мы тоже... Ну это не сольник. Раздумать. У меня нет спичек. Четыре сольника в шуле. Я знаю. Я не спичка мэн. Так были на шуле, наши кого есть. За день рождения Джима Моррисона. Ты думаешь, его прошу на чем за? Просто пей и все. Я думаю, сегодня день рождения уже у кого-нибудь другого, Феликс. Думаю, Фе... Не, конечно, может, Моррисон и говорил. Сегодня просто. Много у кого-то. Он... Отходняк, а, отходняк, день рождения Джима Моррисона, да? Отходняк. Саша, это вы? Его, Саша. Да, на этом меня так заебало, типа, фронт прикольно. Фига себе, что это такое? Лонки, а не... Портал, золотой портал. Дай мне, я мне. Лонг портал, синий фильтр. О, ништяк, ништяк. Обмен. Благодарочка. Ну, я ее в рот брал уже. Я уже брал в рот, кстати, портал, это можно... Портал, секретный портал? Сцены, девушки, да. Между прочим, этим не различаются никак. Чем, порталом? Ну, то есть их не меняют. Что это? Меняет? Кто кого? На всех видео сидит Антон с барабанной палочкой. Это не Lost Little Girl, что будет? Острые? Они острые, да? Lost Little Girl. А, Lost Little Girl, конечно. Это Riders on the Storm. Нет, это Riders on the Storm. Я уезжаю. А, это Riders on the Storm. Да, ребята. Мне это сразу напоминает, это NFS. У тебя явный глюк, пожалуйста. Едем на машине. Need for Speed. Да. Да, точно. Да, это была тема там, да. Riders on the Storm. Только там ремикс Мегра всяким каким-то там. Макарен. Со Снупом каким-то долгом. Как они там? Я не помню, эти все макарены. Антон знает главное. Откуда он знает? Нет. Ты играл в Дог? Нет, ты играл в Дог. Конечно же играл. О, они могут. Все играли в Need for Speed. Другое дело. Я только в контакте. А ты когда-нибудь играл в Need for Speed на Маке? Планшете. Блин, это так круто. Ты просто вот так едешь. Что ты объяснила? Нифига не понимаю. Вот так, а так. Планшет, нет, планшет. Планшет, это... не сделаешь вот так. Это а, наше... планшет. Да. Это наше развитие. Таким, на котором рисуют. Да. Нет, не планшет, нет. А вот это вот iPad. А, iPad, да. Да, рулька, да. Планшет. Ну, планшетки они... Большие планшет, на ладоннике, да, большой на ладонник, вот такой вот. Да, типа... На два ладони. И просто я никогда не умела играть в спортфит, ну, как бы... Ну, на компьютере. А здесь... Пока пираты зализывают раны... Гротеск. Это песня о курении. Про мальчика Бобби. А, про курение. Да, да, мальчики Бобби. Который сделал деньги. Предупреждает. Курение это яд. Одесса вас любит. А чем мы можем написать? Одесса тут хавала. Я всегда когда курю, почему-то морщусь. Морщины. Просто нервничаешь по этому поводу. Да. Может ты... Ну, в общем. Она горит и дымит. Пишут об Одессе на память. Да, вот это, к тому же есть. Безобразные люди. На этом конце сюжетки. Я приложил свою руку к этой стене, плача.
знаю. Ну, еще песня. А, вот есть. Я твоя звезда была песня. Давай, короче, такой рок, который никогда не делал. Как это ушло? Что ж, мы, прости, вообще не думали. Красота. Вообще никак. Уже нечто. Ну, рожа как-то что? Как вчера? Что? Как вчера? А, вчера ты был не повторим. Особенно на сцене. Такое легкое разочарование на лице. Каждый стыдный подаренный вообще. Даже не все равно, но все равно курил. Может, даже не стыдно, честно говоря. Да мы ж музыканты, блядь. Это же попросить не материться. Ну да. Попросить. Просим. Или убрать со стола. Боже, это же ужас. Вот это вот игры, банк. Эмоциональная песня. Легко перешли в другую песню. Ну да. Им это легче, чем Моррисон. А может, это как-то включается от душа? Это был свет. Свет, а вот это вот... Может, она через меня, через это самое работает? Нет, это не тянет. Это крышку от нее, кстати. Нет, она постоянно пикает, и там это щелиной вверх будет. Потому что так обычно. А слушай, а сильно ставить? Она ставит туда. Вы перестанете, да? Перестаньте, оно выйти. Я чувствую, как... Давайте больше не курить. Пусть они там травят. Там очень сильно, да. Кто очень сильно? Здесь очень сильно.